Чайничек у нас кипит. Сейчас. Кипит наш чайник. Все попьем чая. Ноги не замерзли сильно. Ну так, чуть-чуть под едешь, пальцы подмораживает. Потому что ветер дует, она еще там на педалью. И сверху холодно, внизу, по бокам. Но нормально. В общем, кто зимой катается, рекомендуем эти сапоги. Но недорого у нас. А то я в этих ездил, зимних, специальных, все равно. Что, наш чайничек не закипает еще? Нет, пока. Ну, все. Ну, в общем, сапоги рекомендуем для зимних. Ну, конечно, 40-градусный мороз. Вы дадите дуба в них. Ну, ничего. Ладно. Ну, все, чайничек наш закипел. Чаем, пару. Где ваша? Горячая кружка. Самое то. О, горячую кружечку заварим. Как непривычно, без очков все размыто. О, сейчас. Кружечку заварим, перекусим. Калории подправим. Термосик пополнил. Под вечер уже это хал. А вот наоборот остановился и ногам потеплело. Маленько посидел, кстати, что-то это.
На дорогу чайка заварили. Где-то ложка была. Ладно. О, какой тепленький. Ништяк прям. Виды. Заходящее солнце. Вон. Сейчас покажу. Суп-пюре. О, теперь я понял фишку кукс. Ее так раз двумя руками. А, ништяк. Есть в жизни радость. Красота. Ой, какой кайф. Смотрите. Как обычно, горизонт у нас маленько подзавален, но это нормально, и тишина такая, просто замечательно. Надо батарейку, кстати, в камере поменять, это уже подсело. Всем приятного аппетита!